Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. И сегодня будем делать из фоамирана вот такую розу Марту. Будем сегодня использовать с вами зефирный фоамиран белый и зеленый иранский фоамиран. Сегодняшнее видео вдохновлено Кривенко Надеждой. Она превосходная рукодельница. Уникальные ее маленькие творения всегда радуют. Поэтому будем пробовать. Итак, из интернета я распечатала для себя выкройки такой розы, розы Марты. Кое-что изменила, получились вот такие выкройки. Три размера, перенесла их на картон. И вот такую вот звездочку для чашелистика. Потом с помощью утюга истончила фоамиран, зефирный фоамиран, и он стал почти как лист А4, такой тоненький-тоненький. И это здорово, он такой стал полупрозрачный. И смотрите, какие нежные, прекрасные листики, лепесточки получаются. Поэтому здорово использовать именно вот такой вот зефирный фоамиран. Если у вас есть вопросы, как истончать зефирный фоамиран, напишите под видео. Я с удовольствием сниму то, как делаю это я. А сейчас с помощью влажной салфетки и вот такого мелка сухой пастели я буду тонировать наши листики. Хочу сделать еще одну вот такую нежную, нежно-розовую розочку. Теперь из этих плоских листиков мы должны сделать вот такие округлые, опуклые листья. Как же это сделать? По совету Нади я использую губку или поролон, сухую салфетку. Она была мокрой, высохла, и теперь я ее использую. Почему она хорошо? Оказывается, через нее хорошо видно изделие. А это нам сейчас пригодится. Для выбуливания у меня нет булек разнообразного размера. Поэтому я использую вот такие вот лампочки. И вообще все, что под руку попадет. Смотрите. Это колпачок от духов. Это какая-то ручка, что ли, от чего-то. Я ее насадила на деревяшку, деревянную палочку, и вот у меня есть инструмент. Thank you.
Вот такая красавица у нас получилась. Посмотрите, разве не прелесть? Кое-какие листики, если вам не нравится, что они так оттопырены, можете чуть-чуть подклеить. Ну, просто прелесть. Мне очень нравится. Еще раз благодарю Надю за вдохновение. Я скомпонировала их с веточками, которые мы делали вместе с вами, с веточками розмарина. Смотрите, какой чудный букет. Надиному мастер-классу сделала вот такие ягодки. Они тоже сюда будут очень красиво смотреться. Если вам понравилось такое видео, ставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Так вы поддержите автора канала. Если не понравилось, ставьте пальчик вниз. Это тоже отзыв. А если есть еще какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, под видео. Подписывайтесь, если еще не подписались. Надеюсь, будем и дальше встречаться на вот таких вот интересных мастер-классах. Всего вам хорошего, друзья! До новых встреч! Пока!